Готовьте плосети летом, чтобы зимой дома не замерзнуть. По такому принципу сегодня работают самарские коммунальщики. Руку на пульсе ремонтных работ держит городской штаб по подготовке к зиме. Контролирует ход ремонта и ввода в эксплуатацию теплотрасс и котельных лично замглавы города. Пока работы ведутся стахановскими темпами. У нас из 24 объектов уже 9 завершены, на 5 начаты работы, на 9 приступают в понедельник. Поэтому как бы здесь вот мы не видим каких-либо проблем по части. По котельным они идут тоже в графике. А чтобы не растерять тепло по дороге от котельных до квартир, в каждом доме установят счетчики учета тепла за счет средств фонда капремонта. До 1 сентября 2300 многоэтажек получит такой прибор. Ни одну копейку из своего кармана жители за установку не заплатят. Жители платят за фактически потребленный ресурс. Сколько потребили, столько заплатили. И во вторую очередь, а может быть это даже и в первую, это выполнение требований действующего законодательства, что все дома должны быть оприборены и оплата производится, исходя из общедомовых приборов учета. Кроме того, на совещании штаба по подготовке к зиме обсудили вопрос по оформлению электронного паспорта дома. Пока такой документ в Самаре получили чуть больше 20% МКД. Отставание от плана всего 3%. Замглавы потребовал, чтобы до конца месяца проблема была решена. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.